прошли митинги, симпозиумы, профессиональные встречи, знакомство с городом и друг с другом, и вот настал он, последний прощальный фестивальный бал. Никогда еще наш центральный концертный зал не слышал песен на стольких языках, и никогда еще его хороводы не были так веселы и молоды. Танцует юность земли, танцует 12-й всемирный московский. Рабочие, студенты, ученые, более чем 100 стран, в руках которых будущее планеты, и сегодняшняя дружба которых – залог взаимопонимания между странами. Кажется, что и громадный глобус, воздушный шар под потолком тоже танцует. Хорошо бы только от танцев, а не от взрывов, вздрагивала наша Земля. Одна мелодия сменяет другую. И, прощаясь с Москвой, заводят гости любимый русский, нет, оказывается, еще и любимый французский, английский, индийский, вьетнамский казачок.